Вообще это всё. Кобяков, отвали. Кобяков! А если ты их разозлишь, они начнут... Сергей! Нормально, а что это здесь? Влад! Он лезет к тебе! Посмотри между ног! Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Всем привет, меня зовут Влад А4. Каждые 5 минут добавляется предмет в плавках перед бассейном. О, я нахожусь между двумя Владами. Так, я загадываю, что нажать на красную кнопочку свою, чтобы она стала серой. А не хочешь накрутить просмотриков на этот ролик? Ох, сейчас. Все, это 100%. Слушай, а лайков ты? Нифига, ну это миллион. Ребята, с вас лайк, подписочка, а мы начинаем. Разных ситуаций, в которые мы попадем. Туда закинут рыбу. Какую рыбу? Нам закинут еще рыбу. Через 5 продолжаться, пока кто-то из нас не выйдет. Кто-то выходит, раунд заканчивает. Просто все стоишь, рыбки плавают, но нет позы, которые усложнят нам этот челлендж. Тебе нужно сесть в бассейн или встать на руки. В ролике это залезть в бассейн стой. Итак, пацаны, у нас есть 5 раундов, 5 челленджей. Звание не пуськи, а пупуськи. Нет, давайте начинать. Итак, первый челлендж запускаем. О, я его уже вижу. Здорово. А надо стоя просто не двигаться? Да или... нет, это все делать. Блин! Ладно, никто еще не сдается, мы нормально тут. Вот, ну, что ты трогаешь рыбу? Она тронула меня. Своей губой. Мы переходим во второй этап. Внимание, меняется поза. Точно, какая? Сколько? 5 рыб. О, я думал по одной. А давайте друг друга не кидаться рыбой, хорошо? Вот поза. Время идет. Глент, слабое звено. Мне кажется, мы сейчас находимся в идеальной позе для того, чтобы... Подпишитесь на канал. Ну вот, посмотрите на нас. Мы занимаемся. Прости. Что можно такое увидеть? Нигде. Ну вообще никак. Ролики становятся еще более интересными и странными. У какого-то мультика больше подписчиков, чем у нас. Есть возможность все исправить. Буквально одним действием подписаться. Мультики не должны быть в топ... Короче, пока мы болтали, осталось 10 секунд. Все, можно привстать на секундочку. Ау. Но предлагаю перед тем, как их запустят, принять позу. В этом раунде. А интересно, что дальше будет? Подожди, я не готов. О, первый пошел, второй пошел. Еще, твои карпы такие наглые, они постоянно тычут. До времени начнут, они раунд пока. Все, старт, время пошло. Пошло. Ну вот зачем? Я в этот момент все, уже потерял контакт с этим миром. Не хочу. Не надо, Кобяков. Кобяков, отвали. Кобяков! А если ты их разозлишь, они начнут... Карп, нет. 10 секунд. Да ты... Так, ребята, рыбы не добавляются, меняется только поза. Лёг, сижу. Так, пацаны, алло, я уже как бы в позе лотоса. Быстрее, я тебе говорю! Ложись! Ай-ай-ай. Я уже... Нет, не... пацаны, я не ляву. А по итогу этого раунда я думал, что проиграет Глент. Да холодно. Так не надо тут рассказывать, ля-ля. Переходим в следующую игру. Кого вы боитесь больше всего? Пауков, змей? Есть ли у вас какая-то фобия? Чего вы боитесь? За 5 минут нам в этот бассейн будут добавлять льда. Ну так, поза, в принципе, начальная. Сначала мы... О, я чувствую прям холод. Я не выйду из этого бассейна, я не должен проиграть, потому что если да... А еще, пацаны, давайте договоримся не менять позы. Хорошо, вот, говорится, да. Хорошо. Да. Итак, следующая поза. Подписчикам подписаться. Пожалуйста. Кобяков, все, ну, не пожалуйста. Надо. Добавляется 5 пакетов со льдом. Это все подготовка к следующей позе. О, ребята, зафиксировали. На 13. 15 секунд, а Кобяков уже слился. Ну, я Глент. Тогда получается 2 раза пупуська Кобяков. Так, третий раунд. О, так это в парикмахерске. Сюда мы просовываем свою голову, и потом нам на голову 5 минут нам что-то будет высыпаться на голову. И теперь присаживаемся и погружаемся. Это ничего хорошего. Я вот знаю то, что нам будут сюда закидывать. Я туда не ходил, я не смотрел. Но это что-то маленькое. Жить там на протяжении 15 лет. Блин, крутая тема будет. Будут только поступления. Все, я не хочу и уходит. Это несправедливо. Какая разница? Все равно до всех дойдет. Единственная поза, в которой можно сидеть, это вот так, просто к спине. О, какие они здоровые! Где нарпом? Все ползет по полу. Ребята, это точно не пиявки? Нет, это червяки просто гигантские. Он хочет жить во мне просто.
Да, потому что если они смогут залезть в нос, я выхожу из игры. Поэтому переходим во второй тур. О, у тебя такой активный. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, я прошу. Пацаны, я пробовал их сдуть, они не сдувают. Ко мне какой-то один пристал. Пикову щекочет травинка шею. Этот раунд мы, в принципе, справились. 5 минут. Завоз червячков. Ой-ой-ой. Они просто... Они так жестко шелестят. Нет, о нет, о, он сейчас коснется твоей шеи. Сергей, зачем? Поселение на шее. Блин, блин, сзади. Давайте добавим еще немножечко червячку. Да че ты по кругу их кладешь, за что? Вылез где-то вот здесь, смотрите, он где-то вот здесь. И лезут по моей шее, по моей голове, по ушам. Сначала, потом перестал бояться, а потом один упал. Ребята, я не готов к новому погружению. В этом раунде Глен решил сдаться. Новый тур. Нам будут даваться плюс 5 прищепок. Прищепок 5 минут. Плюс 5 прищепок 5 минут плюс. Если хоть одна прищепочка отвалится, тот человек и проиграл. Всей головы, кроме волос, участвуют в игре. Ау. Ау. А как прокомментировать это? Потому что это неприятно. Ау. Ау. И 4. Еще одна нужна. Лад, быстрее, пожалуйста. Блин, мне что-то не очень нравится. Неприятненько. Буська сегодня. А тебе вот этот не болит? Болит. Сейчас мы задействовали самые неболючие места. Фу, ну что, первые 5 минут прошло. Губа немела, теперь можно на нее клевить. Можно, значит. Беру, пожалуй. Нет, все, давай. Не подглядываю, я боюсь случайно ее завить. О, нашел одно место. Ковиков на реснички нацепил. Можно делать нормальные, пацаны? Стойте, я не буду. Смотрите, как делать ковиков? И сейчас только вот эти две вижу, и все. Так-то не вообще не валит. Следующая 5 пищевок. Ура, 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 ура. Да, держи. Челлендж. Я сумасшедший. Чувствую себя хорошо. Ладно, пацаны, не, я все. Не хочу. Серьезно? Да, не могу. Ай-ай-ай-ай-ай. Я понадеялся, знаете на что? На то, что я буду очень тоже один проигрыш. Поэтому либо 2 пупуськи, либо 1. Финальный раунд. Бассейн, да? Залазим. И мы решили с ребятами перестраховаться. Будут мадагаскарские тараканы. Как добавить в эту игру еще больше интереса? Получается проиграть? Да, ничьей быть не может. Я пупуська, ну и конечно же Глент, ты с нами. Кто-то, хоть кто-то нарушит позу. Все, сразу, поехали. О, так, вот. Пока. Я уже не могу, все, я если только, я уже все, он рядом. Плачешь? А я не плачу, это просто потею глазами. Пожалуйста. Ну что, первый тур, мы справились. О, нет. Позы меняем насчет раз. Поворачивайся, я тебе помогу. Прям под... Я пытался его перевернуть. Время, все. Не возле меня. Он ползет по кроссовку. Он лезет к тебе. Поза становится другой. Мы занимаем позу сидя. Если подо мной образовывается лужа, я говорю сразу. Меня таракан. Самое страшное, когда тараканы начинают цепляться за тебя. Посмотри между ног! 5 минут прошли. Ой, Влад, у тебя тут... Нормально, а что это здесь? Влад! Скорее всего, мы на это пойдем. Нужна ваша поддержка. Лайк. Уберем всех тараканов. Наденем маски. Потом нам вернут тараканов. Ну и пролежим. Ладошки лежат строго на бассейн. Глаза закрываем и запускайте. Где он был? Ты кто? Пупуська! Есть, это был экстремальный. Если вам понравилось, обязательно ставим. Меня зовут Влад4. Глент.